Итак, главный товар только сегодняшнего дня – это громкая премьера на нашем телеканале. Это куртка, но по-настоящему я бы назвала ее куртка-пальто, потому что все-таки очень хорошая длина, полностью закрывает коленочко. Можно надевать с высокими сапогами, с ботильонами. Это оригинальный дизайн 2024 года. Согласитесь, сейчас выбор очень большой в магазинах. И курток, и пальто их очень много. Но та, которая, в которых вами будут восторгаться, таких изделий – единицы. И мы готовы уже представить вам этот оригинальный стильный дизайн. Ту самую куртку-пальто, которая отвечает всему вышезаявленному и не оставит вас равнодушными. Посмотрите, какая она стильная, эффектная. Куртка комбинированного дизайна с лаковым блеском. Настоящий тренд сезона. Особенно прекрасно будет смотреться под первыми лучами весеннего солнца, привлекая внимание и даря вам комплименты. Тем более до весны-то остается всего лишь 5 понедельников. И нужно уже готовиться к тому, что мы будем снимать уже тяжелые наши шубы, дубленки и надевать что-то легкое, воздушное, но при этом которое будет нас согревать. Пальто согревает нас до минус 10 градусов. Это прямой силуэт, который правильно сконструирован с переходом фактуры комбинации, подчеркивает ваш силуэт. Он прорисовывает и талию, будет выглядеть лучшим образом. Реверсивная молния, шикарнейший перламутровый блеск. Мы сейчас видим и утеплитель, про который я уже говорила. Это современный синтепон средней плотности до минус 10 градусов, который делает вашу куртку-пальто легкой, не скомкивается, не впитывает влагу. Вы наслаждаетесь долгими прогулками с первых дней весны и не переживаете о своем здоровье. Это и комфорт, и красота. При этом еще и наши дизайнеры от бренда. Мы сегодня говорим о брендовом предложении. Это у нас бренд. В переводе он называется «Березка». Так он по-английски называется он «Берч». То есть это уже полюбившиеся вам дизайны и качество. И у нас представлено целых 5 дизайнов на ваш выбор. Первый дизайн, который выбрала наша Анечка, это серые узоры. Обратите внимание, что здесь мы видим, правда, переливающуюся такую вот перламутровую фактуру, на которой как хохломой вырезан, как будто вырезан или сверху наложено золотое кружево. Очень красиво смотрится. Рисунок у нас идет на кокетке, а отсюда уже прямой силуэт. Далее красный цвет, это мой выбор на сегодня. Хочу сказать, что пальто у нас еще и с капюшоном. Капюшон глубокий, есть кулиски, которые подстроятся, да, чтобы у нас не поддувало. А далее у нас цвет изумрудный. На изумрудном цвете хочу сделать акцент на фурнитуре, который выбрал бренд, для того, чтобы наше пальто было идеально шикарным. Это железная молния, это потрясающий пуллер, это два кармана, один на замочке, другой на кнопочке. И все это стильно, модно и невероятно современно. Но самое главное, что и размерный ряд у нас просто роскошный. Джинсовый цвет, посмотрите, как выглядит эффектно. Далее черный цвет, цвет черной пантеры, который всегда прав, как говорила Коко Шанель. И внимание на экран. Это главное предложение дня. Самое выгодное на сегодня. Только представьте, что пальто, пальто-куртка у нас стоит 4 499 рублей. По факту 4,5, да, без рубля. Но и размерный ряд от 48-го, внимание, до 72-го. У нас размеры сдвоенные, у нас широчайший размерный ряд. Вот Анечка у нас носит размер 54-й, выбрала сейчас для себя 52-54, но по ее советам и по ощущениям, и вообще, когда мы разбирали это пальто, нужно выбирать по-большему. То есть ориентируйтесь на ваш больший размер. Я специально для вас сделала замеры, давайте на них посмотрим еще раз. Обратите внимание, вот наше пальто красного цвета. Высота воротничка у нас 10 сантиметров, то есть закрывается горлышко. Далее плечика у нас 13 сантиметров. У меня, кстати, размер в руках сейчас 52-54. А далее сама ширина рукава у нас 22 сантиметра, то есть рукав широкий, но не такой, не свободный, то есть нам будет всегда удобно и комфортно надевать что-то внутрь. Длина рукава 59 сантиметров, то есть для меня рукав такой длинный, что я могу его еще и подвернуть, то есть полностью соответствует всем стандартам. Далее, полуобхват по груди в размере 52-54 составляет 60 сантиметров, а полуобхват бедер, это тоже очень важно, да, чтобы мы понимали, что у нас есть свобода на движение, составляет 64, то есть у нас идет трапеция к низу, но все равно у нас прямой крой. Спинка чуть подлиннее будет у нас, а вот передняя полочка чуть покороче, буквально на 2 сантиметра. А в моем размере 52-54 102 сантиметра длины. А задняя полочка, видите, вот буквально на 2 сантиметра подлиннее, чтобы силуэт смотрелся более аккуратно. Пальто само по себе легкое, у нас разнонаправленная стежка, которая играет на нашу фигуру, на наш стиль, чтобы мы
выглядели с вами всегда эффектно. Посмотрите, какая она специально с боков у нас идет такая ромбовидная, чтобы талия вырисовывалась, а по спиночке уже идет горизонтальная. Очень удобно, что здесь есть реверсивная молния, два кармана, один у нас на замочке карманы, то есть можно закрыть, и вторые карманы у нас на кнопочках. Причем кнопки очень плотные, да, даже не сразу их открыла. Вот они, наши кнопочные карманы, раз карман и два карман. Более еще того, один карман у нас есть внутри, он называется у нас внутренний, для наших документов и важных дел. Обратите внимание, что внутри у нас подкладочная ткань соответствует цвету нашего пальто. То есть она у нас идентичная, легко снимать. Есть специальная петелька, пальто легкое. Пальто очень удобно брать с собой в поездку. Оно легко скручивается компактно и поместится в любую вашу сумочку или пакет. То есть всегда его удобно брать. Ну и потом оно просто красивое. То есть смотрите, вы его с собой взяли, где-то прошлись в поликлинике, там где-то прошлись по делам, раздели, чтобы вам было комфортно. Анечка уже капюшончик надевает. А потом вновь надеваете на себя. Легчайшее, совершенно, знаете, оно просто воздушное. Но при этом оно согревает, потому что здесь находится легкий такой воздушный синтепон, который согревает вас до минус 10 градусов. Ну, смотрите, 5 недель до весны. Во многих регионах весна начинается рано, в других поздно. Тем не менее, пальто нужно всегда приготовить. У нас есть отзыв из города Арлат Натальи Валерьевны. «Беру куртки себе только у вас на телеканале. На моем 60-м размере только они идеально сидят. Заказывала и другие вещи, сшиты, будто по мне. Спасибо, я рекомендую». Спасибо большое, Наталья Валерьевна. А вы знаете, правда, вот у меня Настя, да, дочка, я вот все время по ней ориентируюсь по ценам. Ей 16 лет. Она вот выбирала себе куртку, смотрит, сейчас уже тоже присматривает себе весенние варианты. Ну, куртка на 16-летнюю девочку, у нее где-то примерно 38 размер, она худенькая у меня. Но 8-10 тысяч. 8-10. А если мы будем смотреть уже взрослые варианты, такие вот солидные для женщин, там, до 72 размера, то цены 10, 15 и 20 тысяч рублей. У нас цена 4499 рублей, и у нас размеры до 72-го. Размеры, напоминаю, сдвоенные. Выбирайте именно по своему большему размеру, ориентируйтесь на больший вариант. 5 цветов на выбор, дозванивайтесь, успевайте. Какой роскошный красный оттенок. Серый потрясающий цвет, черный очень красивый, изумрудный цвет, джинсовый. Выбирайте, если вы заказываете сразу с джеггинсами, например, как у меня от бренда Greenlight, Cinti они называются, они утепленные, вы можете получить бесплатную доставку от суммы заказа 5990. Успевайте дозваниваться прямо сейчас. Посмотрите, какой глубокий капюшон. Кстати, наша куртка-пальто легко стирается в стиральной машине и легко быстро сохнет. Поэтому делайте первые заказы и заказывайте главное предложение только сегодня.